Дорогие ребята, вожатые гости, к концу подошла и наша лагерная смена. Наступил ее последний день. 3 недели мы жили с вами, как одна дружная семья. И вот сегодня пришло время расставаться. За эту короткую смену наш лагерь-берег стал домом, откуда не хочется уходить. Маленькой страной, где тепло и уютно. Как не хотелось нам прощаться, увы, день этот наступил. И в бликах солнечного братства, и в красках радужных светил. Оставим в памяти все встречи, открытый мир, прощаю, увы. И пусть исполнит этот вечер надежды наши и мечты. Наш лагерь существует для того, чтобы радовать детей, чтобы раскрывать их таланты. Помогают нам в этом множество кружков. Один из них – «Звонкие голоса». Для вас исполняет Жданова Олеся песню «Россия». Встречаем! Можно описать 12-й отряд. Они всегда танцуют, всегда на позитиве и никогда не унывают. Приглашаем их на сцену с танцем «Вспомни, капитан».
буду тысячу лет. А когда пошли он пишет нам, меня влюблён. С этих слов я бы начал свое письмо любимому берегу. А продолжить мою мысль взялись ребята из 5-го отряда, которые подготовили целый номер под названием «Письмо лагерю». Поприветствуем их! Привет, берег! Моя смена подходит к концу. 21 день прошел незаметно, но каждый день оставил свой след. В самый первый день мы собрались все вместе и образовали одну большую семью. Наше первое выступление – это песня, которую мы посвятили нашему любимому лагерю. Это лето наступило, сотня километров. Я искал напрасно, помоги мне обрести друзей, здесь берег родной. Серый город утопает в ритме переходов, а я отдыхаю, но сегодня здесь я выступаю, посмотрите. Наши девочки получили 3-е место в конкурсе талантов и тем самым заразили нас энтузиазмом и верой в себя. Ведь для этого и нужны мероприятия.
Мы сами себе мода, сами себе стиль. Как у вас погода? Полустиль. Мы кач, а не кич, и не крик, а спич. Только пальцем меня не тыч. Мы сами себе тренды, сами себе бренд. Какой конец фильма? Happy end. У нас хэп, за спиной back-back. Кто в теме качает трек? Будь оригинальный, оригинальный. Хватай себе, забирай, отрывай с руками. Орики, 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 орики. А еще мы благодаря лагерю побывали во многих странах, увидели много всего интересного и даже познакомились с историей страны Уганды. This is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangregua. This time for Africa. В общем, каждый день след в истории и в жизни каждого ребенка этого лагеря. Берег, спасибо тебе за это. А сейчас для вас выступит Милена Дворецкая из 16-го отряда с гимнастическим номером. Встречаем бурными аплодисментами! Зажигаем парень, куплю билеты я, и очень скоро украду тебя на Бора-Бора. Pretty, pretty girl, yeah, pretty, pretty girl, yo. Мне не забыть имя твое, баба. Pretty, pretty girl, yeah, pretty, pretty smile, yo. Словно на батуте скачет сердце мое. И до рассвета пусть горит любовь, любовь. И без Шепчешь комплименты, вижу я насквозь твою любовь, твою любовь.
тебе сейчас нужна большая лодка. Мы уплывем с тобой на Бора-Бора, или сойду с ума я очень скоро. Pretty, pretty girl, yeah, pretty, pretty girl, yo. Мне не забыть имя твое. Pretty, pretty girl, yeah, pretty, pretty smile, yo. Славно на батуте скачет сердце мое. И до рассвета пусть горит любовь, любовь. И без ответа все оставлю вновь и вновь. И не важно, где сейчас и с кем ты. Шепчешь комплименты, вижу я насквозь твою любовь. Мимика – это способ выражения наших эмоций. Своим взглядом мы можем свести человека с ума, а своей улыбкой можем поднять ему настроение. Про это и споет нам песню «Первый отряд», которую они посвятили нашим любимым вожатым. Встречаем! Странные мысли, видишь, как небо над нами зависло. Сколько мне ждать, когда ты успокоишься? Внимание твое, это моя утопия. Ты заявляешь, что все будет, как было. И в этот момент мою улыбку смыло. Как мне понять, что это все не со мною? Заплатил бы за это двойною ценою. Когда ты улыбаешься, ноги подгибаются, тело рассыпается, планеты взрываются. Когда ты улыбаешься, когда ты улыбаешься, я в ожидании чего-то опасного, магически белого, в жизни ужасного. Как оценить, что имел в наличии? Пустые места, они ведь так идентичны. Давай заполнять наши клетки агонией, пустым одиночеством, да более знакомым нам. Все, что искал себе, вновь он утонет. Шаг и я глотаю этот медленный допинг. Когда ты улыбаешься, ноги подгибаются, тело рассыпается, планеты взрываются. Когда ты улыбаешься, когда ты улыбаешься. Хотелось бы пригласить ребят из 10-го отряда. Нам всем очень запомнился их флешмоб в стиле 80-х. И сейчас они готовы показать нам обновленную версию. Встречаем! Тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, верну, чтоб ты узнала, что я далеко. Я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь. Yeah.
сегодня микрофон кричал, он завел толпу. Such a beautiful trip, we let's start living dangerously. Разные. Пессимисты, оптимисты, спортсмены и ученые, вспыльчивые и спокойные. От этого зависит то, как человек видит мир. И Жданова Олеся из вокального кружка «Звонкие голоса» хочет спеть нам про то, как мир видит именно она. Встречаем! Тысяч раз сильнее мы,
сцену приглашается отряд под номером 12. Аплодисменты! Есенин. Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как в захожий богомолец я смотрю твои поля, а в низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас. И гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. В 14-м отряде собрались самые маленькие участники смены. Им всего по 7-8 лет. Они зажигательны, активны и приготовили для вас танец. Встречаем бурными аплодисментами! Дети, дружат вожатые, и так будет всегда. Об этом нам споют замечательные ребята из кружка «Звонкие голоса». Оружьева Надежда, Звягина Ксения и Деменкова Эльвира. Встречаем!
эту смену, наш любимый лагерь также познакомил нас с культурами разных стран и народов. Поэтому девочки из 4-го и 7-го отрядов решили показать нам свой украинский танец «Сокол». Встречаем! Месте, как Крым, это подарок для любого человека. Величественные горы, леса, заповедники и моря. А что же именно с ними происходит, расскажет нам Ныркова Юлия из вокального кружка «Звонкие голоса». Чудо Крым.
Чувствуя чудесней, это ты. Море, солнце, песни, это ты. Край неповторимый, это ты. Навсегда любимый, это ты. Место, где чудесней, это ты. Море, солнце, песни, это ты. Край неповторимый, это ты. Навсегда любимый, это ты. Зеленый до вершины, морская глубина. Мой край неповторимый, волшебная страна. И мы с тобой в ответе за все, что будет с ним. За то, что есть на свете чудо Крым. Место, где чудесней, это Крым. Море, солнце, песни, это ты. Край неповторимый, это ты. Навсегда любимый, это Крым. Место, где чудесней, это Крым. Море, солнце, песни, это ты. Край неповторимый, это Крым. Навсегда любимый, это Крым. Песни — это Крым. Море, солнце, песни — это Крым. Край неповторимый — это Крым. Навсегда любимый — это Крым. Место не чудесней — это Крым. Море, солнце, песни — это Крым. Край неповторимый — это Крым. Навсегда любимый — это Крым. Лето буквально всех настраивает на романтический лад. Наш лагерь не стал исключением. Количество романтических песен на смене просто зашкаливало. Но мне кажется, что самый романтический танец – это вальс. Его и подготовили для вас ребята из 6-го отряда. Встречаем! Сегодня я могу сказать так, потому что буквально
Завтра все вы разъедетесь по домам. Не только все дети, которые отдыхают в береге, но и практически все вожатые. Поэтому сегодня мои слова любви вам, всем тем, кто отдыхал в эту третью смену. Я надеюсь, что в каждом сердце останется огромное чувство любви и благодарности нашему дорогому лагерю. И что вы целый год потом будете вспоминать о том, как здорово было здесь. И вожатые, и ребята. Я думаю, вы не потеряете эту связь в течение всего следующего года. Будете переписываться, будете отправлять друг другу сообщения, будете интересоваться жизнью друг друга. Но это, наверное, самое главное, потому что за 21 день действительно все мы стали огромной семьей. Ну, и я думаю, вот в начале, 21 день назад, когда мы с вами только заехали сюда, я вам говорила, пройдет это время, оно очень быстро закончится. Закончилось, да? Обидно, обидно. Вернемся сюда через год. Ой, как мне это радостно слышать, потому что не зря мы трудились. Вожатые, вернемся? Ой, как плохо говорят вожатые, не слышу их. Но я думаю, все равно придет время, и все приедут сюда. Ну а сегодня я хочу пригласить Елену Алексеевну. Мы вместе с ней сейчас попробуем наградить вас за 21 день огромного труда. Но в этот раз награждение у нас будет немножко необычное, да? Начнем мы его с награждения тех талантливых детей, которые в течение 21 дня показали свои самые лучшие качества. И вы сегодня увидели это во время выступлений. Концерт наш еще будет продолжаться. А сейчас мы просто наградим. Итак, за активное участие в работе детской эстрадной студии «Звонкие голоса». Желаем оставаться лидером в той области, где у тебя все получается. Развивать свои творческие способности, не уставая, постигать новое, преодолевать трудности и препятствия, создавая неповторимые шедевры. Искренне желаем тебе здоровья, благополучия, новых свершений на благо твоей семьи и всего Отечества. Итак, награждается Багушева Алина. Звонкие голоса. Очень быстро, ребята, все сюда. Награждается Деменкова Эльвира. Екатерина. Скорее, скорее, скорее. Макарчук Юлия. Ныркова Юлия. Поздравляю, умничка. Самые талантливые дети. Твоя, твоя грамота. Ныркова Юлия. Смирнова Владислава. Бурные аплодисменты. Бурные. Они заслужили. Поздравляем! Половец Юлия! Поздравляем! Итак, награждаются ребята, которые выполнили очень замечательные работы в кружке «Талантика». Я думаю, научились очень многому в течение 21 дня. Безух Данил, третий отряд. Ирина, третий отряд. Орос Кристина, третий отряд. Дубина Дарья, 15-й отряд. Терехин Богдан, 14-й отряд. Ленкина Кристина. Богдан, держи. Поздравляю. Отряд. Гура, Ксения, третий отряд. Держи, умничка. Милека Яна, 11-й отряд. Бурный аплодисмент. Евгений.
Сергей Неватария, третий отряд. Васильченко Сергей, третий отряд. Скорей, скорей, скорей. Жданова Олеся, третий отряд. Не только поет, но еще и руками умеет много чего делать. Держи, держи, молодец, умничка. Савченко Екатерина, одиннадцатый отряд. Держи, молодчинка. Постникова Анастасия, седьмой отряд. Пашина Виктория, одиннадцатый отряд. Степура Анастасия, одиннадцатый отряд. Итак. Кто-то забрал твою? Пашина. Кто забрал Пашиной грамоту? Посмотрите внимательно у себя. Итак, у нас в течение двух смен работал кружок авиамоделирования, который пользовался огромным успехом. Давайте поблагодарим его руководителя, да, бурными аплодисментами. Владимира Геннадьевича, думаю, все вы его полюбили. И награждается Еремина Анастасия, 12-й отряд, за активное участие в работе кружка авиамоделирования. Итак, Еремина Алисия. Не слышу. Не вижу. Столбовой Матвей. 12-й отряд. Спасибо. Подержи. Ленкина Кристина, 12-й отряд. Умничка. Переспелова Анастасия, 8-й отряд. Булгаков Николай, 10-й отряд. Сидоренко Михаил, 12-й отряд. Сафронов Владимир. Бурные, бурные аплодисменты. Молодчинка, умничка. Савченко Екатерина, 11-й отряд. Козырев Данил, 5-й отряд. Держите. Крупа Илья, 4-й отряд. Держи. Крупа Илья. Ждан. Так, все. Итак, у нас сегодня не совсем обычное будет награждение, чтобы не затягивать время. Я сейчас прочитаю приказ, и мы с Еленой Алексеевной вручим не только грамоты, которые находятся в пакетах, и потом вам их раздадут ваши вожатые, но и подарки. Каждому из вас будет небольшой подарок на память о том, что вы отдыхали в лагере «Берег». Итак, на основании протоколов о награждении за активное участие в общественной и творческой спортивной жизни лагеря «Берег» за третью смену 2018 года грамотой детского оздоровительного лагеря «Берег» и ценными подарками награждаются следующие активисты отрядов. Внимание! Первый отряд, вожатый первого отряда, выйдите. Берзина Ксения, Большаков Тимофей, Зелинская Елизавета, Кулеба Анна, Кулик Карина, Неделин Михаил, Светлищева Ина, Сейф Акалиева Диана, Сизык Алексей, Смоляков Алексей, Солощенко Мария, Фиденко Ксения, Фиденко Анастасия. Итак, пожалуйста, заберите грамоты и подарки ваши. Итак, второй отряд. Маленко Милена, Сергеенко Анна, Скалина Полина, Адаманько Анастасия, Сова Ксения, Морозова Анастасия, Жученко Андрей, Горбушин Борис, Зельская Анастасия, Чос Валерия, Обухова Александра, Гура Софья. Не весь второй отряд. Неумытая Мария. Фатлета Дарина. Киселева Инесса. Безруков Никита. Черков Владислав. Леоненко Александр. Богдан Дмитрий. Титаренко Екатерина. Итак, аплодисменты второму отряду. Молодцы, они сегодня нам покажут еще очень много своих самых лучших номеров. Безух, третий отряд. Безух Данил,
Бокушева Алина, Васильченко Сергей, Гура Ксения, Дементьевский Данил, Евгеньева Дарья, Лягушев Назар, Новокрещенова Софья, Орос Кристина, Чучварев Иван, Макарчук Юли, третий отряд закончился. Еще бурные аплодисменты. Итак, четвертый отряд. Макарчук Юлия, Половец Юлия, Смирнова Владислава, Мудрика Никита, Островский Алексей, Крупа Илья. Итак, аплодисменты. Пятый отряд. Смирнова Полина, Булуженко Татьяна, Вакуленко Анастасия, Ищенко Анастасия, Тарасова Мария, Жиронкина Екатерина, Страшнов Богдан, Кожекин Данил, Несина Александра, Банас Екатерина, Банас Арина, Сорокожергиев Артем, Недометов Алим. Аплодисменты пятому отряду. Шестой отряд. Степашина Мария, Стрелкова Анастасия, Лаврова Анастасия, Юнусова Эвелина, Ершов Дмитрий, Башков Дмитрий. Башков Илья, Байрамова Эвелина, Денисюк Глеб. Аплодисменты шестому отряду. Седьмой отряд. Борщ Аврора, Малыванова Анастасия, Мироненко Кирилл, Танкашева Елизавета, Пантелеев Данил, Пантелеев Симон, Салыванова Анастасия, Абипулаев Руслан, Копленко Глеб. Аплодисменты седьмому отряду. Спасибо. Восьмой отряд. Левченко Александр, Старостина Елена, Григорьев Никита, Герасимов Максим, Стрельников Игорь, Иванов Александр. Нурисиламов Гирей, Соседенко Екатерина, Заяц Анна, Бабинцева Дарья, Перестрелова Анастасия. Аплодисменты восьмому отряду. Девятый отряд. Журавлева Мария, Андрющенко Диана, Староверова Екатерина, Мамутов Саид, Семенченков Роман, Калида Данил, Сашенко Дмитрий, Семенченков... В нашем лагере не заканчиваются никогда. Если подумать, мы умеем все. Поэтому сейчас на эту сцену приглашается Борщ Аврора с композицией «Город, которого нет». Thank you.
Наших эмоций. Танцуя, мы можем открыть себя миру и показать, кто мы на самом деле. В нашем хореографическом кружке всю смену мы учились быть собой. И как у нас это получилось, показывает старшая группа зажигательным танцем хип-хоп. Аплодисменты! First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't want it that I don't sit like a horse. I be ballin' on the spot, got me feelin' like sports. Cash got so much wood, I could build me a fort. Hank, so many things I ain't done yet. I'm the king of this shit. Crown by the toilet. Better get started, you already upset. Got a tiger as a pet. Открывается что-то новое. Каждый день как праздник. Об этом песня.
детство «Выбирай». В исполнении Макарчук Юлии из вокального кружка «Звонкие голоса». Аплодисменты! Заискрилось утро в солнечных лучах. Как всегда я буду этот миг встречать. С песнею веселой на весь день смея. Не хочу другого настроения. Девочки и мальчики, ленточки и мячики. Как всегда детство никуда не деться. Нет пары светлее, веселее. Если ищешь жизни рай, детство выбирай. Если эта странность мне она близка, и друзей стараюсь по себе искать. Лучше быть веселой, вот такой, как я, избегать плохого настроения. Девочки и мальчики, ленточки и мячики, навсегда детство никуда не деться. Нет пары светлее, веселее. Если ищешь жизни рай, детство выбирай. Девочки и мальчики, ленточки и мячики, навсегда детство никуда не деться. Нет пары светлее, веселее. Если ищешь жизни рай, детство выбирай. Грусть оставь за бортом, вот и весь секрет. Взрослые заботы не для детских лет. Мы хотите снова всем на свете я дать пушу толкового настроения. Девочки и мальчики, ленточки и мячики, навсегда детство никуда не деться. Нет пары светлее, веселее. Если ищешь жизни рай, детство выбирай. Девочки и мальчики, ленточки и мячики, навсегда детство никуда не деться. Нет пары светлее, веселее. Если ищешь жизни рай, детство выбирай. Детство выбирай. За три недели в лагере в наших жизнях меняется многое. Мы становимся самостоятельнее, учимся дружить, проходим через многие трудности. Кто-то из нас впервые находит свою первую любовь, а кто-то находит настоящих друзей и будет дальше с ними навсегда. Об этом и хочет нам рассказать второй отряд. Встречаем! Shot for you. I need you like
мы должны проявлять бережное отношение к прошлому, без которого невозможно построить достойное будущее. Когда-то, много лет тому назад, наши деды и прадеды, которые спасали мир, были такими же молодыми, как и мы с вами. Они отдали свою жизнь для того, чтобы мы могли жить в мирной России. На нашу сцену хотелось бы пригласить 9-й отряд с танцем «Журавли». Встречаем! Чувства вас сейчас переполняют. Это грусть или радость, переживание или безмерное счастье. То, что нас окружает, это прежде всего забота. И именно о ней и хочет рассказать нам женская половина 2-го отряда. Встречаем! Yeah.
Любимое время года. У меня лето, ведь можно отдыхать, купаться, играть и загорать, а также поехать в лагерь «Берег». Так и провели свое лето сосединка Екатерина и борщ «Аврора». Сейчас они поют именно для вас. Встречаем! Солнышком согреть.
Устоявшаяся лагерная традиция. Успокаивающие звуки гитарных струн, знакомые всем песни, создают непередаваемую атмосферу, которая всем так нравится. Эту атмосферу создаст для нас второй отряд. Попробуем же почувствовать это вместе. Thank you.
А вы не задумывались о том, как часто в лагерях люди встречают свою первую любовь, которая в дальнейшем может перерасти во что-то большее? И сейчас Нурисламов Гирей и Старостина Елена вместе с помощницами своего отряда покажут вам, что же такое та самая искренняя и чистая любовь. Фантазия помогает нам оказаться там, где мы быть никогда не сможем. Наша фантазия создает нам свой мир. Про свои фантазии поют Пловец Юля, Смирнова Влада, Жданова Олеся, Ныркова Юля из вокального кружка «Звонкие голоса». Встречаем! Thank you.
сейчас слово предоставляется ребятам, которым есть за что сказать спасибо нашему лагерю. Встречаем! Ксюша, я из первого отряда. Для сегодняшнего вечера приготовила небольшую речь. В начале смены у нас было много трудностей. Много ругались и не понимали друг друга. Но с каждым днем мы старались это исправить и стать дружнее. Нам в этом помогали наши вожатые Вероника Викторовна, Елена Васильевна. И в конце смены к нам присоединилась еще Татьяна Алексеевна, которая тоже сыграла небольшую роль в жизни нашего отряда. К концу смены мы все подружились. У нас это получилось. Мы стали как одна большая семья. Мы хотим сказать спасибо всем работникам этого лагеря. Если бы не вы, эта смена бы навряд ли вообще получилась. Первый отряд. Я вас очень люблю, я буду по вам скучать. Привет, меня зовут Инесса, я из второго отряда, который я очень полюбила за этот 21 день. Хочу сказать также спасибо своим вожатым Максиму Геннадьевичу, Дмитрию Сергеевичу, Татьяне Николаевне, которой сейчас, к сожалению, с нами нету, Ирине Петровне. Я уже не первый раз в Береге и могу с уверенностью сказать, что я действительно влюбилась в этот лагерь. Он подарил мне огромное количество невероятных впечатлений и эмоций. А все это благодаря персоналу, вожатым, которые каждый день пытаются подарить нам радость. И, конечно же, руководство, которое старается сделать нашу жизнь комфортной здесь. Спасибо вам за эти дни, которые я провела здесь, за море, за природу, за то, что позволили каждому, кто сейчас слышит меня, раскрыть свой потенциал. Хочу поблагодарить также Анатолия Анатольевича, старших вожатых и Веру Владимировну, которая также сделала очень много для нас, для всех. Давайте скажем им всем огромное спасибо. Спасибо! 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 Всем привет! Я из шестого отряда. Меня зовут Мария. Я подготовила маленькую речь, описывающую эти три недели жизни нашего лагеря. Как приятно понимать, что все мечты сбываются, даже самые невообразимые. Каждый, сидящий здесь, много слышал про этот лагерь до того, как поехать сюда, как тут весело и хорошо. Но когда приезжаешь сюда сам, сразу понимаешь, что здесь еще лучше, чем рассказывали друзья или читал в интернете. Здесь все устроено так, что ты забываешь про телефон, про интернет. А все это благодаря вожатым, которые отдают все силы, чтобы нас поддержать в любую минуту. Любимые мои вожатые шестого отряда, хочу сказать вам огромное спасибо за эти проведенные три недели вместе. Если бы не вы, эти бы три недели не запомнились нам ничем. Просто как обычные три недели жизни. А благодаря вам они стали самыми яркими и запоминающимися. Спасибо Анатолию Анатольевичу за эти хорошие мелодии на дискотеках. Спасибо нашему культурку, что помогал нашим вожатым, когда было тяжело. Спасибо ему, что он помогал нам, когда мы не справлялись с чем-то. Каждое мероприятие мы запоминаем, они откладываются в наших сердцах. Завтра мы поедем домой, привезем эти лучики солнца своим родителям, друзьям. И благодаря вам этот мир станет намного светлее и добрее. Спасибо огромное. Здравствуй, лагерь. Меня зовут Гирей. Хотя я думаю, ты и так меня знаешь. Начну свое выступление с такого интересного факта. Я тут нахожусь уже седьмой раз,
И каждая моя поездка была какая-то особенная, интересная и по-своему уникальная. Каждый раз я испытывал уникальные эмоции, незабываемые воспоминания. Ну, давай я начну. Расскажу немного подробнее о себе. С детства я очень открытый, общительный человек. Так хорошо, что лагерь может открыть потенциал такой личности. Я являюсь капитаном своего отряда, стараюсь принимать участие во всех сценках, номерах. Очень переживаю за него. Самое удачное мое выступление было на береге 2018, где я занял первое место. Благодарю за это вожатых, моих любимых. Помимо мероприятий, здесь можно участвовать во всяких соревнованиях, конкурсах. Вот я, например, участвовал в соревнованиях по футболу, по волейболу. Это на самом деле очень незабываемые ощущения и эмоции, когда ты отдаешь себя полностью ради своей команды, ради чести отряда, и в итоге все-таки выигрываешь. Говоря о лагере, невозможно не сказать про окружение. Здесь тебя окружают такие прекрасные люди, вожатые. Мои вожатые Злата, Женя, Вика, я вас очень люблю. Вы всегда были добрыми, позитивными, могли меня поддержать в любую секунду, при любой проблеме. Я вас очень сильно люблю. Мой отряд поистине мне стал семьей. Я не знаю, как я с ней буду расставаться. Лагерь дает кучу возможностей, кучу знакомств. Здесь я подружился с многими друзьями, знакомыми. Также я тут нашел вторую половинку. Сейчас она меня слушает. Я хочу ей сказать, что люблю ее и ценю. Если говорить в общем, эта смена прошла очень красочно, очень эмоционально. Я сюда приеду еще не раз. И за это я хочу сказать спасибо, берег, спасибо, вожаты, спасибо, отряд. Меня зовут Диана, я из 9-го отряда. Я хочу сказать большое спасибо лагерю за то, что... Каждый год, уезжая отсюда с эмоциями счастья, я хочу возвращаться сюда все чаще. Я счастлива, что лагерь дает мне возможность с большой силой открывать всю себя всем людям. Мой отряд. Да, это самые лучшие ребята, самые лучшие мальчики и девочки, с которыми я здесь познакомилась. Каждый из них оставит отпечаток в моей памяти и оставит большой след в моей душе. Мои вожатые — это не просто люди, это моя семья, которую я приобрела в этом лагере. Я хочу сказать им большое спасибо. Спасибо вам за то. Спасибо вам за то, что разрешали нам ходить строем по 3 человека, хоть это было не часто. Успокаивали нас в трудные секунды, помогали нам. Спасибо, лагерь, за то, что стал неотъемлемой частью моей жизни. За свет, который ты вот уже 3-й год оставляешь на это лето. Здравствуй, лагерь «Берег». Меня зовут Аврора, я из 7-го отряда и хочу сказать вот что. Спасибо, лагерь, за атмосферу яркую. Спасибо, лагерь, за море, солнце, пляж. Спасибо, лагерь, за мероприятия, за песни, игры, танцы. И мой отряд, он как огонь.
все ярче разгоняет кровь. Вожатых не забуду никогда, веселых, позитивных, на ура. Я каждому спасибо говорю за смену лучшую свою. Спасибо, лагерь «Берег». Я очень люблю свой отряд. Не представляю даже, как я смогу с ним расстаться. Спасибо вожатым Виталию Сергеевичу, Елизавете Николаевне и Веронике Алексеевне за всю доброту, позитив и радость. Спасибо. Добрый вечер, лагерь «Берег». Я из 10-го отряда, зовут меня Таня. И хочу начать со слов благодарности лагерю, всем, кто находится в этом лагере. Даже если мы не знакомы, спасибо вам большое за эту прекрасную смену. Спасибо Вере Владимировне за такой прекрасный вожатский коллектив. Спасибо нашим поварам за то, что они вкусно нам готовили, кормили нас на протяжении всей этой смены. Спасибо уборщикам, что убирали за нас. И самое главное, я хочу сказать спасибо самым дорогим людям, это моему отряду и моим любимым вожатым, которых хочу пригласить сюда. Юлия Евгеньевна, Анна Григорьевна и Аля Васильевна, можно вас? Я вас очень люблю и... Я могу смело сказать от всего отряда, что вы у нас самые лучшие. Мы вас очень сильно любим, и я надеюсь, что мы не раз еще увидимся. Пусть у меня это последняя возможность побывать в лагере, за что я очень благодарна, что попала именно сюда, встретила этих замечательных людей. Спасибо моему отряду, то, что действительно, когда было плохо, они поддерживали, они всегда находились рядом. Первый день, когда я приехала сюда, и вот мы собрались все вместе, играли в эту игру «Снежок», пытались выучить всех, мы стали одной большой дружной семьей, и я уверена, что мы останемся ей. Пусть многие уже уехали, и я очень скучаю за ними, и я не знаю, как я буду прощаться со всеми. Спасибо большое, вы у нас самые лучшие. И 10-й отряд, наш вожатый — это Человек-паук. Я вас очень сильно люблю. На этой прекрасной ноте мы бы хотели завершить первую часть нашего концерта, а закончить ее песней «Сансара» ребята из второго отряда.
капли. Они живут повсюду, лишь на них и держится земля. Их руками делается чудо, а сердца их для детей горят. И неважно, кто они, откуда, чудеса в дорогу их зовут. Вопреки законам самым мудрым, позабыть заставят сон уют. Тот за чудом устремится в горы, этот звездный выберет маршрут. Третий просто для любимых деток без остатка посвятит свой труд. Те, кто видел это, не забудут. Пусть проходит вереница лет. В лагере рождалось это чудо, в детских душах зажигался свет. Вы одни из этих чудотворцев, что чудесно оставляют след. А внутри вас маленькое солнце, что горит и дарит детям свет. Что может быть важнее детской улыбки? Детские объятия? Детское спасибо? Детское «я вас никогда не забуду»? Детское «я обязательно вернусь»? Да все, все, что они делают, для меня самое важное. И именно ради этого я возвращаюсь в свой лагерь. Я вожатый. Детский лагерь – это особый город, это особый мир. Мир, в котором ты забываешь о городской суете, блеклой обыденности и окружающих тебя со всех сторон проблемах. В мире детства все по-другому. Все. Никто не говорит, что здесь легко. Здесь свои заботы, здесь свои проблемы. Просто здесь все по-другому. И всегда раздражают знакомые, они есть у каждого вожатого, которые говорят: «Хорошо там тебе, ты отдыхаешь». Почему они так думают? Почему они думают, что мы, вожатые, ничего не делаем? Ну, конечно, с годами ты к этому привыкаешь и уже не так обращаешь на это внимание. Но с чего они взяли? Откуда они знают, что такое подъем? Что такое все в столовую? Тут еще и накрыть нужно, в игры поиграть, иначе же будет скучно. Номер приготовить на программу, да каждый раз причем новый. Потом планерка, где, кстати, тебя по головке не погладят. А тут еще и ночная репетиция. И помимо всего этого, миллиард дел и забот. Но их просто невозможно перечислить. Кстати, наверное, из-за этого мы все возвращаемся в лагерь. Потому что нет свободного времени, скучать некогда. Мы же как дети, только большие. А вот, например, общение с детьми. С опытом ты начинаешь не работать со своим отрядом, а жить вместе с ним. Проживать со своими ребятами и радость, и печаль, взлеты и падения, победы и поражения. Помогать им в любую секунду, потому что знаешь, что они тебе тоже помогут. А напарник, да это же самый родной для тебя человек. И какой бы он ни был, все равно ближе человека на этой смене у тебя нет. Все-таки живете в одной вожатской. Так почему же мы возвращаемся в лагерь? Ответ прост. Эмоции и воспоминания. Вот задумайтесь о своих воспоминаниях. Ты никогда не вспоминаешь о лагере плохого. Не вспоминаешь проблемы. Не вспоминаешь, как тебе было тяжело. Ты просто не хочешь этого вспоминать. В твоей голове только костры, гитара, дискотеки, игры, программы, столовая, походы, отрядки, огоньки, площадки, зарядки, вечерние посиделки, репетиции, выступления, напарники, другие вожатые, любовь и, конечно же, твои дети. Мы вспоминаем это, потому что вы сами, как они, как дети. Про вожатого много сказано и написано. Вожатый – профессия птица. Вожатый – это не профессия, а призвание. И ведь с этим не поспоришь. Это действительно так. Вожатый – это большой ребенок. Нет,
Мы уже не дети. Мы взрослые. Взрослые, которые хотят быть детьми. Которым детство показалось просто-напросто мало. Поэтому, вожатый, не работай вожатым, а будь вожатым. Живи детством. Спасибо! Спасибо! Я люблю вас! Я вас никогда не забуду! Я люблю этот лагерь! Я обязательно вернусь! Мы уже не самые лучшие! Я хочу, чтобы пошел дождь.
Простой человек, который ложится спать в 3 часа ночи, а встает в 8 утра. Я ношу на шее галстук, да не тот, что украшает собой мой пиджак или офис, а тот самый любимый галстук, пионерский. Я вожатый. Каждый из нас сталкивается с разными проблемами, сложными ситуациями. В этот момент тебе становится тяжело. Ты не знаешь, как поступить, что сказать, но все равно у тебя это получается. Ну, правда. Вот, например, одна из самых частых ситуаций. Ты почему такой грустный? Я хочу домой. А что такое? У тебя что-то случилось? Тебя кто-нибудь обидел? Тебе не нравится в лагере? Мне все нравится, я просто хочу домой. И тут мы предлагаем массу моментальных идей, которые непроизвольно откуда-то появляются. Да ты еще не был на этом кружке. Сегодня мы выступаем, завтра идем купаться. Послезавтра к нам приезжают знаменитые люди. Потом соревнования же еще. Мы без тебя вот не победим в этой игре. В общем, все это можно перечислять без остановки. И на все это у ребенка находится самый весомый аргумент, с которым ты не можешь поспорить. Я соскучился. Ха, ну да, действительно, соскучился. А в глубине души думаешь, да я сам соскучился. Я тоже хочу домой, я тоже человек. Дальше мы еще пытаемся убеждать ребенка, что все будет хорошо, что скучать некогда, что наш отряд самый лучший, что наш лагерь самый лучший, что он сам самый лучший. Конечно, многие остаются и больше не замечают таких проблем. Но бывает так, что мы дожидаемся тех самых людей, по которым так сильно скучает ребенок, и отдаем его им. Назад. Домой. К родным. Но все равно мы до последнего за него боремся. Всем знаком этот вопрос. Ну, может быть, вы заберете его всего лишь на пару дней. Но он дома побудет, а потом назад в лагерь. Так и получается. Он приезжает через 2 дня в лагерь, и уже все хорошо. До самого конца смены только с улыбкой на лице. И для тебя это маленький подвиг, маленькое счастье. Потом проходит время, может год, а может и больше. Ты идешь по серым, заполненным такими же серыми людьми улицам города. Вожатский галстук сменил тот самый офисный. Радость в жизни приносит лишь выходные. Возможно, ты уже не вожатый, работаешь в какой-нибудь фирме, а может быть, просто идет учебный год, и ты рутинно посещаешь лекции.
И вдруг в толпе встречаешь его, того самого ребенка, с теми самыми людьми, по которым он соскучился и которых ты уговорил его вернуть. Здравствуйте! Привет! Ну как у тебя дела? Я соскучился. Ради этого стоит ложиться в 3 часа ночи, а вставать в 8 утра. Ради этого стоит бороться с проблемами до последнего. Ради этого стоит носить вожатский галстук. Алло, мам, у меня 2-й отряд. Ты представляешь, их еще больше, чем в прошлый раз. Их уже 40. Они такие классные, мам. Они лучшие просто в этом лагере. Они лучшие для нас, просто. Они делают все. Они танцуют, рисуют. Все, что только пожелаешь. Они такие крутые. У нас есть и Боря Барашек, и Дарина с Машей, которые ставят танцы. И Ася, Саша, Лера, боже. Знаешь, мам, самое главное было это услышать, то, что я добилась уважения от них. Спасибо им огромное, просто. Мам, я не знаю, как я буду без них. Мам, они лучшие. Я буду по ним очень скучать, мам. И их вожатые. Татьяна Николаевна, Максим Геннадьевич и Дмитрий Сергеевич. 2-й отряд, знаете, мы вас любим! Алло, мам. Мне достался 4-й отряд. 27 человек. Мам, у них столько энергии, что поначалу я думала, что не справлюсь. Они такие шумные, такие неугомонные. Но сейчас все изменилось. Мы настолько сдружились, что не хотим отпускать друг друга. А еще, мам, наши ребята из Донецка совсем недавно уехали от нас. Было очень тяжело их отпустить. Мам, у меня замечательные дети. Мам, они очень талантливые. Мам, я чувствую любовь каждого из них. Мам, я не хочу их отпускать. Мам, я полюбила их. Алло, мам. У меня 5-й отряд. 39 человек. Это маленькие крошки со своими проблемами и переживаниями. Мам, я думаю, я не справлюсь. Но мы все смогли. А все благодаря нашим детям. Они такие хорошие. Они искренние, они добрые, они честные. Они готовили для нас квесты. Они улыбаются каждое утро, каждый миг. Они нас поддерживают. В каждом из них столько энергии и света, что кажется, что они могут свернуть горы. И они могут, я знаю. Мам, каждый вечер, проходя по коридору и видя, как они спят, мое сердце сжимается. Потому что они такие маленькие и беззащитные. Крошки, мои крошки. Мам,
я буду скучать. Мам, я скучаю. Алло, мам? Мама, у тебя когда-нибудь замирало сердце? Мам, а у тебя вот дыхание переставало от того, что ты хочешь увидеть детей? Мам, у меня же твой отряд. Мам, я помню первую встречу. Я помню первый разговор. Мам, впервые обняла их не я, а они меня. Мам, я когда уезжала от них, мне болела не нога. Но мне ничего не болело. Мне просто была пустота. Знаешь, мам, пустота. Просто пусто. Просто ничего. Мам, они говорили мне остаться. Они бы носили меня на руках. И я бы не уезжала. Шестой отряд. Я помню каждый наш с вами разговор. Каждую шутку. Наши внезапные обливашки. Я никогда не запомню нашу ночь. Не забуду. Никогда не забуду нашу ночь на балконе. Каждого из вас я буду помнить всегда. Знаешь, мам, завтра конец. Не завтра уеду. А я не понимаю, что это конец. Потому что меня с ними не было тогда, когда я должна была быть. Я не видела их выступления, мам. Я не видела их работу, мам. Меня не было. Виноваться не они. Это я. Что отряд? Для каждого из вас есть место в моем сердце. Каждый из вас заполнил ту пустоту, которая так долго копилась. Алло, мам. Когда я первый раз увидела их, я подумала, какое интересное, веселое путешествие у нас будет. И иногда их «а можно» звучит больше, чем детей в отряде. Иногда у нас не все получалось, но мы всегда поддерживали друг друга. Мы всегда были готовы выслушать вас. И когда я увидела мам, когда они приехали, они были такими напуганными, они боялись что-то сказать. Они не хотели с нами делиться, но сейчас, мама, сейчас они искры. Каждый из них искра, а вместе мы большой огонь, который очень тяжело потушить. Мама, я не хочу их отпускать. Мама, я не хочу с ними расставаться. Мама, я люблю свой седьмой отряд. Алло, мам, представляешь, мне дали восьмой отряд, а в нем 31 человечек. Как же сильно я ждала их, как волновалась и переживала. Я никогда не забуду нашу первую встречу. Я видела их искреннюю улыбку на лицах. А глаза, мам, были наполнены детством, открытостью и верой в меня. Я так боюсь, что подвела их где-то. Или, возможно, разочаровала. Ведь все 3 недели, проведенные вместе, навсегда останутся в наших сердцах. Мама, они так талантливы, так прекрасны и по-своему необычны. Как же мы расстанемся теперь? Как же я их брошу? Ведь они мои. Они родные. Я люблю их.
Алло, пап? Да, мне дали отряд взрослых детей. В начале смены мне было очень сложно. Но сейчас я не хочу их отпускать. Как незаметно пролетел 21 день лагерной смены. За эти 3 недели мы стали одной большой и дружной семьей. Знаешь, пап, мне будет сложно с ними прощаться, потому что я их всех очень сильно полюбила. Мне будет не хватать нашего 9-го отряда. Алло, мам. У меня в отряде замечательные дети. Я их очень, очень сильно люблю. За их доброту. За все, что они делают. Завтра они уедут домой. И, возможно, я больше их никогда не увижу. И я не знаю, как это принять. Я их очень, очень сильно люблю. Алло, мам. Да, у меня 11-й отряд. Это мои дети, мои девочки и мои сыночки. Они такие разные. Кто-то неугомонный, неуправляемый, а есть совсем нежные, милые дети. И все мои. Я их так люблю. И я должна улететь первая. Уже через полчаса я уезжаю. И я не смогу сама их отдать их родителям. Не смогу каждого завтра обнять. Прожить с ними еще эту ночь и утро. И мне так грустно и больно, мам. Алло, пап. У меня самые лучшие дети. Я в лагере 3-й раз. Я работаю здесь 3-ю смену. У меня осталось... У нас в отряде 30 человек. 30 маленьких, маленьких человечков, которых я очень сильно люблю. За эти 21 день мы стали одной семьей. У нас были и слезы, и радости. Я вас всех очень сильно люблю. Я никогда не забуду наши дискотеки во 2-м корпусе. Как мы собирались на свечки. Как вы говорили нам добрые и теплые слова. Я вас очень сильно люблю. Алло, да? Привет. Да, если хорошо. Знаешь, у меня 14 лет и 20 маленьких зажигалочек. И всех очень-очень люблю, и вот уже пару человек уехала. Мне эти дни очень грустно без них. Я уже очень сильно скучаю, и не знаю, как буду продолжать оставить. С первых дней мы начали получать грамоты, разные заслуги. И сначала мы были не совсем такими дружными, как сейчас. Несмотря на то, что мы мальчик меньше, чем девочек, мы все равно все вместе постоянно играем в разные игры. Ну да, я иногда скучаю к родителям. 14-й отряд, это всегда останется со мной. И я надеюсь, что если вы хотите извиниться за все, что я для них, возможно, не сделала, чего они ожидали. Вот. Я их очень люблю, мам. Мама, привет. Мне дали отряд. Ребята, их 22. Мой любимый 16-й отряд. Эти дети своими приколами, причудами, они все уникальны. Мы одна большая семья, мы не можем друг без друга. К сожалению, мы завтра, точнее, мои дети завтра уезжают, а я уезжаю через 20 минут. И, скорее всего, точнее... Точно, я вряд ли их когда-либо еще увижу. Мам, я очень люблю свой 16-й отряд, своих деток, своих любимых.
очень люблю. Алло? Мам, мне дали самый взрослый и самый-самый большой отряд. У меня 48 человек. Они держат весь лагерь. Они не спят ночами. Они репетируют. Они самые-самые лучшие, мам. Я их люблю. И я не хочу от них уезжать. Thank you.
Пойдем!